Здравствуйте! С вами студия «Швейный советник. Шьем онлайн». В этом видео мы покажем, как изготовить нужную вещь для каждой хозяйки – прихватку-варежку. Подобрав приятную вам ткань, вы с легкостью украсите свою кухню. Что вам для этого понадобится? Бязь. Выбирайте натуральную ткань, синтетика у вас поплавится. При ширине 1,40 м 30-35 сантиметров, ватин 30 на 50 сантиметров, косая бейка 50 сантиметров. Смотрим. Для прихватки варежки нам понадобится выкройка. Как ее сделать? Все очень просто. Берем свою руку, обводим и прибавляем 3-4 сантиметра. Из бязи выкраиваем 4 детали нашей варежки. Из ватина 2 детали. И делаем вот такой бутерброд. Ватин. Две детали из бязи, лицо с лицом. Еще раз ватин. И еще раз две детали из бязи, лицо с лицом. Закалываем и будем обтачивать на сантиметр. При необходимости лучше заколоть, чтобы слои у нас не сместились. Будем соединять их швом 1 сантиметр, так, чтобы все слои попали под строчку. Поставьте стежок побольше, потому что ватин толстый и он задерживает движение ткани, поэтому стежки у вас будут мелкие. Обтачали и проверяем, захватили ли мы все срезы. Теперь этот шов необходимо обрезать, чтобы от строчки у нас оставалось 0,5. Теперь в этом месте рассекаем все слои до строчки, не доходя 0,1 миллиметр. В закруглениях также можно поставить рассечки. Ловким движением руки просовываем руку между двумя деталями из бязи. И выворачиваем. Все поправили, вывернули, и необходимо вот это место соединить, вот эти все слои, вот так по кругу. Закрепляем примерно
Ну, наверное, также на сантиметр. Слои соединили. Теперь нужно также их подрезать на 0,5. Для окантовки этого среза нам понадобится косообейка. Ее можно купить готовую, но берите пошире, либо изготовить самим. Мы изготовили сами. Ширина бейки 5 сантиметров. Врезается она под углом 45 градусов. У нас есть урок, можно посмотреть. Приутюживаем вдоль пополам и потом каждую сторону к этой внутренней заутюжке. И получается вот такая косая бейка. Опять же, она нужна нам пошире, чтобы захватить эти толстые слои. Теперь мы берем с этой стороны, вот так загибаем, подкладываем и варежку укладываем в середину бейки, накрываем и будем окантовывать. Отстрачиваем, отступая от заутюжки на 0,2. Доходим до того места, где мы начинали, закрываем бейку, и дальше отстрачиваем саму бейку. Это будет у нас петля. Теперь из этой полоски формируем петлю нужного вам размера. Ну, мне нравится такая. И плюс сантиметр, чтобы подвернуть. Обрезаю. Подворачиваю. И останется вот здесь закрепить. Вот такая прихватка, варежка у нас получилась. Даже в прихватке у нас чистая изнанка. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас в соцсетях и помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.